Московские армейцы принимали дома саратовский «Автодор». Хозяева начали игру очень уверенно. Серхио Родригес пасует на Андрея Воронцевича, который сегодня ограничился одним попаданием. У форварда ЦСКА 2 очка. А здесь уже сам Воронцевич выступает в роли распасовщика. Заброс на Кори Хиггинса и треха. 12-0 на старте. Первые очки в матче «Автодор» набрал лишь спустя 5 минут после его начала. Артем Забелин забивает и на пустое кольцо, и через Никиту Курбанова, одного из лучших оборонительных игроков лиги. А это уже подарок для Виктора Хряпы – блокшот! Капитан ЦСКА исправился в начале второй четверти. Перехват, быстрая атака и Михаил Кулагин увеличивает отрыв. У молодого защитника в этой игре 8 очков. Уроки командного баскетбола от армейской дружины. 3 передачи и вуаля! Мяч в корзине. Джастин Робинсон забил 3 трехочковых через Михаила Кулагина, чем очень рассердил Димитроса и Туриса. Следующий урок от ЦСКА. Пик-н-ролл. Родригес и Хайнс показывают его на собственном примере. Попытка вновь заиграть американского центрового обернулась потерей. Быстрый отрыв уверенно реализовал Иэн Хаммер. 2 очка! И вновь те же действующие лица. Родригес вместо трехочкового предпочел доставить мяч Хайнсу. Американец такую щедрость превратил в попадание с сиреной. Кори Хиггинс напомнил о том, что ему нельзя оставлять открытый коридор к кольцу. Мощный слэм-данк через Артема Забелина. Вау! У «Автодора» самым прыгучим оказался Майка Даунс. Посылка доставлена по назначению, спокойно и уверенно. Неуловимый малыш Робинсон сегодня дал 4 результативных передачи. И вот одна из них. Артем Забелин не жалеет чужое кольцо в последней четверти. А также, как и ЦСКА, не жалеет «Автодор». Четвертая победа армейцев в этом сезоне.